На усмотрение судьи. В интернете активно обсуждают фотоснимки, на которых в обнаженном виде якобы предстает служительница Фемиды из Саратова. Кто разместил эти эротические снимки и за что судье могли отомстить недоброжелатели, разбирался Игорь Крупчинов. Саратовская интернет-аудитория, если не возбуждена, то точно взбудоражена. Повод откровенной фотографии, которые были опубликованы в соцсетях. На снимках женщина позирует перед камерой в разных локациях и позах. Кадры непристойной фотосессии вряд ли вызвали бы столь бурную дискуссию, если бы не имя, под которым снимки были выложены в сеть. Оно полностью совпадает с данными судьи Марины Пчелинцевой. На страничке указано семейное положение, замужем, мобильный телефон и адрес. В строке «Карьера» Кировский районный суд Саратова. А на аватарке снимок в мантии. Федеральный судья Марина Пчелинцева действительно служит Фемиде в саратовском суде. Но она ли на этих фотографиях и кто выгрузил информацию в сеть? Изображение смонтировано в отношении нее, и она обратилась с заявлением в управление Роскомнадзора по Саратовской области, прокуратуру, с заявлением о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 137, то есть нарушение неприкосновенности частной жизни. Местные СМИ и блогеры сходятся во мнении, что публикация фотографий – провокация, направленная против судьи. Очевидно, что страница подставная. Судьям не свойственно заводить аккаунты в социальных сетях, а тем более выкладывать там фотографии застолий и позирование в неглиже на фоне ковров. Большинство фотографий появились в один день 15 сентября. Похоже, что до этого времени страничка и вовсе не существовала. В адвокатском сообществе не сомневаются, налицо попытка скомпрометировать представителя судебной власти. Кодекс о чести судей предусматривает о том, что если сама судья распространила про себя вот такого рода информацию, то это однозначно основание для решения квалификационной коллегии о лишении статуса данного судьи. Имеет ли судья отношение к скандальной страничке, гадают местные журналисты. Они обратились за комментариями к исполняющим обязанности председателя Саратовского областного суда. Пишут, Марина Пчелинцева даже была вынуждена сменить фамилию после размещения пикантных фотографий. Поясняют, кадры — это фотомонтаж. Для того, чтобы защитить свою честь, судья, очевидно, будет обращаться к правосудию. Сообщают, что фотографии и публикации уже изучают сотрудники полиции. Глава Главного управления МВД по Саратовской области Николай Трифонов назначил проведение служебной проверки в связи с распространением в публичном пространстве интимных фотографий саратовского судьи. Такой ответ дала пресс-служба регионального Главного управления МВД в ответ на запрос информационного агентства «Свободные новости». Не исключает, что причина публикации пикантных фотографий – семейный раздор. В интернете пишут, что Марина Пчелинцева недавно со скандалом развелась с мужем. Вот бывший супруг якобы отомстил. Есть и другая версия. Судья могла задеть местных бизнесменов своей принципиальной позиции при рассмотрении гражданских исков. По некоторым данным, в последнее время она рассматривала дела многих пострадавших в результате аннулирования лицензии авиакомпании «Саратовские авиалинии» и якобы присудила им солидные компенсации. Все версии наверняка предстоит изучить правоохранительным органам. Юристы считают, расследование стоило бы начать с элементарной экспертизы, пока непонятно, похож ли человек в судебной мантии на героиню фотосессии в лесном массиве. Игорь Крупчинов, Вести, дежурная часть.